Всем привет, ребята. Это наконец-то возвращение легендарной рубрики десятиходовки. Да, и управления у меня, к сожалению, нет, потому что иначе бы я поставил пешку на c6 бы еще. Ну, а, нет, есть. Ну, теперь мои ходы. Ну ладно, я сыграл конь f6, считаем так. Да. Не самый плохой ход, должен тебе сказать. Да? Да. Я вот, знаешь что, я боюсь, что он... Ну ладно, в 2 пока. Вот не надо уходить 2-0 раньше времени, потому что есть некоторые варианты, при которых ты даешь мат. Смотри, вот если он идет d3, я иду сразу h6. Не, вот если он идет d3, ты не идешь h6. А вот конь d5 это стратегическая ошибка, мы с тобой уже смотрели, похоже. Я такой здесь не смотрел, но я обычно здесь бью и вот ставлю... Вот не надо... А зачем раньше времени бить? Сыграй пока там 2-0, чем он угрожает? Ну, хочет побить, но... А если побьет, он разобьет его ферзя. А теперь можно бить уже. А, ну да. В этом идея. И абсолютно не туда надо ходить, а на e7 вообще. За для чего? Это теория? Потом король идет на h8 и... так без слона надо. Так без слона, но если слон бы ушел, то король h8 и f5. Такой план. Так, ну, а здесь просто лишний слон. Я сделал 10 ходов, занимайся. Да, это тот редкий случай, когда я, видимо, должен портить позицию, ты как раз все сделал отлично. Слон, конечно, на d5. Да, как будто у нас соперник странноватый, если честно. Что-то как-то. Ну, пожертвуй на f2 ему, к примеру. Сейчас я даже пожертвую, наверное, что-то для веселья. Не, ну это не серьезно же. Ну ничего, нормально. Давай согласимся на ничью и начнем следующий в этом же выпуске. Хорошо. Просто что, он по-любому сейчас заиз бы на 2 минуты. Ну да. Ты как думал? Все, мои 10 ходов. Поехали. Солн. Мы играем с Солном. С кем? Солн. Да, Солн. Опять это ужасное. Вот что хорошего в этом варианте, ты можешь мне сказать? Быстрая, мгновенная атака. Вот сейчас хотим пожертвовать на f7. Да, но никто тебе не отдаст на f7, это же наивно. Слона на g5. Вообще есть одно преимущество этого варианта. То, что ты можешь... Тебе сложно зевнуть вот прям по-крупному. Но ты нашел способ, поздравляю. А, да, там... Я что-то это, не подумал. Да мои ходы уже. А, все, ну занимайся. Почему мы играем 3-минутку вообще? Это несерьезно. А сколько надо было играть? Минуте, разве непонятно? Блин, h4. Куда? Он c1 на e3. Один на e3. Ты международный мастер, тебе, наверное, выбрать лучше, нет? Выбрал. Расставляем фигуры до следующей партии. Вот мой выбор. Кстати, теперь появилась угроза. Ферзь же 3. Ну это не очень серьезно. Ну в каких-то вариантах, да. Ну я думаю, что нам на h6 не зевнут. Все-таки. А вот теперь угроза появилась мат в один ход дать. Ну уже 6. Уже 6, слон h6 тогда уже. f5. 5, ферзь e6. По крайней мере, пешку отыграли. Там еще вторая следом полетит. А конь f6, наверное, было играть. Конь f6, ладья f6. Конь f6, ладья f6, это конец, да. А, вот тут проходит тактика. Симпатично. Победа. Да, тут уже конец. Просто даже ничем не откупиться, видимо. Никаким материалом. Ну, давай последнюю, третью. Хорошо. Пока у нас позволяет скайп. Поехали. Королевский гамбит. Мы играем с южанином. Да. Ну, точнее, я даже не знаю, как правильно перевести его ник. Так. Ну да, о чём думать-то? Не ферзей же менять в такую позицию. Неплохая редакция королевского, кстати. Тебе всего 2 хода осталось сделать. Ну мы пойдем d4. Ну да, d4 ход отличный, и следующим ходом тоже все очень понятно. Да, мы снова пережили дебютную стадию. Это уникальное достижение. Я считаю, это прогресс. Да, если бы ты так играл бы в этих спусках с горы, было бы повеселее. Знаешь? Да. На d3 не хочется белопольника менять. Ну, во-первых, на него напали и хотели съесть бесплатно. Я думал, может, ты на b3 отойдешь, чтобы структуру сделать хорошую. Смотри, какой сейчас прикольный угол есть. Он сейчас 100% на h5 отойдет, и мы вот такую штуку запустим. Ого!
Ему придется на F3 меняться. А это очень не это некомфортно. И там на B и на B2, на B7 зависло. Ну, на H7 еще в каких-то вариантах какие-то атаки проходят, может быть. Ну, ладья H5. Надо проверять. Ладья H5, H6, слон H6. А что, ладья H5, G6 сейчас будет ход явно сделан. Шах. У тебя всего 3 хода осталось. Я думаю, я замотаю за 4 хода. Так. Так. Не, ну это симпатично, я считаю. Ну и ты сделаешь последний ход в этой партии, мат ферзём на H7. Почему на H7? Ну, потому что другого нет. Ну да. Можно теоретически ладью подкатить еще и ладьей на H5 мат дать, но это будет уже лишний выпендёж. Не, ну тоже партия достойная, по-моему, получилась. Ну да, ну соперники, конечно. Не впечатляющие, что ж тут скажешь. По 2000 у них рейтинг. Ну да, у предыдущего, судя по у предыдущего, судя по изменению рейтинга, хороший рейтинг был. 23 пункта поднял, значит, у него минимум на 150 пунктов больше, чем у тебя. Ну, а у тебя я не знаю сколько. Ну, около 2000, наверное, что-то такое. Ну давай, матуй, если хочешь. Честь, честь. Да. Всем спасибо за внимание. Это были 10 ходовки. Всем спасибо.